внутри, несмотря на то, что в произвольной программе была допущена помарка, ты откатала эту программу так, как не откатала ее, наверное, никогда. С такой уверенностью, с такой энергетикой. Сама вот поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от этого проката. Ну, прокатом я не очень довольна, но вообще никак не могу забрать произвольную программу. На данный момент это моя цель сейчас откатать чистые. И по своим ощущениям это было скованное, но я рада, что я смогла докатать чисто. Ну, серебро финала гран-при, понятно, что нет такого солдата, который не хочет быть генералом, он всегда спортсмен, хочет добиваться первого места. Но серебро финала гран-при все-таки дорого стоит, тем более после олимпийского сезона. Ну, даже не знаю, как на это ответить. Конечно, да, хочется всегда быть первым, но я понимаю то, что такого, наверное, быть не может. И я попытаюсь откатать этот сезон достойно. И... Ну, я желаю, Алена, чтобы у тебя все получилось. Спасибо. Чтобы с такой же уверенностью, с такой же даже хорошей спортивной злостью ты катала свою программу. Спасибо.